В этом году масленица по календарю начнется в 20-х числах. Будем провожать зиму, поэтому мы планируем площадь около дома быта, где у нас стоит городская елка, к этому моменту освободить. Думаем к работам приступить где-то числа 15-го, для того, чтобы 20-го числа площадь уже была свободна. Когда дома елку убираете? Моя елка дома еще стоит. У мужа моего день рождения 23 февраля. Поэтому обычно елку мы держим до его дня рождения. Я поздравляю его с личным Новым годом. И в этот момент мы обычно убираем елку.